Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители моего канала. С вами снова сибирский бродяга. Значит, сегодня мы находимся в настоящем сосновом бару. Пошли он с Лехой вдвоем. Решили пройти по старому кладбищу. Леха, пошли! В общем, решили по старому кладбищу прогуляться. Тут в годах 40-х где-то люди раньше жили. 40-х, 30-х, 20-х, 29-х, вот так вот где-то, в общем, точно не знаю. Сейчас вот подошли к одной могилке, сейчас посмотрим. Могилка неухоженная. Так. 62-м умер. Друзья, смотрите. Дата. 19-2-62. 62-й год. В общем, вот заброшенное кладбище такое прям серьезно старое. В сосновом бору находится. Вот еще одна могилка. Видать, родственники все умерли или разъехались. Никого нету уже, никого не осталось. Заброшена могилка. Вот, друзья, еще одна могилка. Тут вроде как небольшое кладбище. Вот еще одна. 64-й год умер, с 57-го. Что-то непонятная дата какая-то. Вот, старое кладбище уже. Давнишнее. Вот, друзья, еще одна очень старая могилка. Здесь похоронен Медведев Витя. С 65-м году умер. И, видать, то ли пулей по памятнику стрельнули, то ли чем. Вон след такой. От пули, видать. Вандалы настоящие. Не люди, а вандалы просто. Видно же, что след от пули, смотрите, друзья. Старинный металл, его пули не пробить просто так. За раз не пробьешь. Вот еще одна могилка тут штакетиной. Тоже никого нету, все стоит. Дать родственники тоже, наверное, уже, может, и нет в живых никого. Вот такое вот могилка. Вообще непонятно. Ни оградки, ничего. Крест около дерева просто стоит. Тут есть, видать, могилки. Одна, наверное, ухожена какая-то. Тут кто-то живет, ходит, ухаживают. В общем, вот такие старые памятники раньше были. Полностью с железа. Для фотографии с ободком. С ободком для фотографии. Тут в натуральном лесу, в таком, в бару сосновом, оно находится. Гуляли по лесу, решили пойти посмотреть. Вот это вот, кстати, ухоженная могилка одна стоит. Кутузов Николай Андреевич, в 66-м году. Ну, тут видно, что красят, поддерживают могилку. Все так ухожено. Травы нет, деревьев тоже нету. Уберем веточку. Травы нет, деревьев. Нормально, вот, около сосны. Вот, друзья, еще одна могилка. Тут вроде как немного. Это вот очень старая, видать. Тут был когда-то поселок. Вот такие могилки. Был поселок раньше. Люди жили.
хоронили здесь уже. Вот, в 56-м умер уже. Вот, друзья, вот такие дела у нас. А, друзья, еще одна могилка. Мы только разбомбили ее, что ли. Непонятно, или снегом от времени так промяло, все замяло. А тут вот, видать, ребенок похоронен. А могилка маленькая, оградочка совсем. То ли новорожденный. Ну, видать, что могилка маленькая. Варили раньше на совесть, все делали. Вон. Лом ломами сваривали. Прутья с железными. Ну, в общем, все. С кругляка, видать, с металла все делали. Не то, что сейчас делают. Одноразовое. Раньше все качественно старались сделать. На века делали. Такие вот у нас в лесу могилки. Вот еще одна могилка. Вот капли мы разберем. Здоровенный такой. Вот, кстати, друзья, вот это вот ухоженное. Видно, что ходят. Люди ходят. Цветочки даже искусственные стоят. Тут мало к кому приходит. Вот этот молодой парень похоронен. Уже дату ничего не видно, ни имя, ни фамилии. Кто такой, с какого года. Ничего не видать. Вот, друзья, пошел снег опять. У нас тут уже больше 3 суток идет. Шел дождь, а сегодня выпал снежок. Утром. Год. В общем, сейчас ищем дорогу назад, потому что я в этой стороне никогда не был, никогда не ходил. Вот случайно сюда зашли посмотреть. Вот, сейчас выходим отсюда. В общем, вот, друзья, вышли мы с кладбища. Могилок мало. Видели всего около 10 штук. В общем, ну ладно, друзья, речь не о том. В общем, недавно нашел вот такой топорик металлический, кованый, еще старого образца. Вот. Нашел полностью, без ручки его, ну, полностью из металла был, кованный, цельный, цельнометаллический. Вот, решил его восстановить. В магазинах продают сейчас, по-русски сказать, сыромятину полную, а этот вот такой бодрый топорик. Вот, временно тут намотал с 550-го паракорда ручку. Два слоя ручку сделал, вот тут петельку. Вот у нас град пошел, снег. В общем, вот решил восстановить, друзья. Ну, не знаю, как вот эту вот это молоток, видать, что ли, использовали. Ее сбили. Вот видно, что сбито. Вот, друзья, смотрите. Думаю, болгаркой посрезать. Здесь тоже все тупое. Наждачкой вчера дома маленько почистил. Гвоздодер тоже имеется. Кто знает, что это за топорик, как у него название. Ну, для леса, думаю, тяжеловат он будет. Но зато настоящий кованый.
рубить, думаю, можно. Правда, гнилой пень попался. В общем, вот, друзья, вот такой топорик. Кто знает, на каком заводе выпускался, потому что посмотрел, ни клейма, ничего на нем нету. Номер стали не указаны здесь. Вот, друзья, хочу, думаю, себе оставить его. Вот такой топорик. Замечательный. На наждаке надо дома подправить здесь. С обоих сторон. Полирнуть его, отшлифовать. Ну, думаю, так. Кусты только рубить. Для деревьев-то он слабоватенький будет. Ну, друзья, ладно. Отправляемся домой. У нас идет снег. Сегодня 6 мая. Ладно, друзья, всем пока. Спасибо за просмотр. Подписываемся, кстати, на мой канал. Скоро будет, думаю, сталк-поход куда-нибудь в какие-нибудь пещеры. В заброшенные бункера. Так что подписывайтесь, будет интересно. Всем пока.